Yeah.
49, 4 плюс 9, 13. Вот. И
Поэтому я на себя тянул одеяло и говорил, что по моей инвестуре следующая песня сопровождается поднятием бокалов. Ты не сиди, не очкуй, не сошкуй, ты тоже. Давайте, бокалы поднимайте. Кто? Кто у кого есть бокалы? Давайте. Давайте нормально поднимайте, чтобы я видел. Давайте. И до мажорчик. Я приносил катачат, помочь покрасить контрабан. На бахере пит, дело идет, на ночи краска слоями кладет. В ножку звонит жена. И после, когда он хотел добить, вымолвил он золотые слова. Ну здесь не ясно, тебе не нужно, я распугался и играл в путь. А ты не скрасил контрабан, но посылаю жопу. Thank you.
Извиняюсь, лишь ты можешь со мной сделать кисти. Он умеет
Хачкурузова, гитариста, вытащили, да? Ребята, давайте
счастье, сукин, иди, алые кошанки, вот не влюха, а ведь точно клёвый вечер находиться добил. Мужчина, я простил гарсона, и чтобы из ваших был фасоном, который бы меня на свадьбу подарил. Thank you.
не похожий для тебя, не похожий для меня. Просто так родился Юрик серокожий. Он такой не белый и не черный, что на стороне. Следующая песня, она особенно адресована молодым людям. Ну и нашему поколению, конечно же, тоже нашему. Нашему, тем, которым по 13, да? По 13, 12, 15. Вот. Ну и, конечно же, молодым людям тоже эта песня адресована, потому что, ребят, есть, посмотрите, есть определенные далее. Учеба, карьера, работа, друзья, семья и так далее. И если к другому ушла невеста, еще неизвестно, кому повезло, я вас умоляю, не надо резать вены. Не надо там вот это вот, короче, чего-то там. Не надо это все. Это все наносное. Поверьте мне, старому Георгию. Mm-hmm.
когда вы уже все поняли и не ожидаете подъяна, да? Вадик, ты здесь вообще? Вадик, Вадик. А смысл? Вадик, 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 Вадик. Вадик, что ты там? Пацаны заглянули в кафе. Здравствуй, Вадик. Хани лаве. Обступили, кто с правой, кто с левой. И вгорнули, кто с правой, кто с левой. По земле под дождем волокли. Говори, где побыло, не ели. Как гестапосом партизан. Ничего не ответил Вадян. На вопрос о последнем желании он ответил невнятным мычанием и добавил: «Нам души слюни, передайте самцовки цуне». Это 90-е, братка. 90-е. Ну, мы сейчас не о том. И только ленивый не играет песни 90-х. Но мы не ленивые, да. We'll be right back.
Две банданы, Андрей. Две банданы. Теперь ты подаришь мне когда-нибудь. Шучу я, шучу. Конечно, мы это вижу. Ребята, из Roswell Bluegrass Band, вы еще живы? Белые, давайте, подтягивайтесь, а? Я вижу восторженные взгляды работников клуба, и это не может не радовать, потому что сегодня здесь два дня рождения в одном воскресенье в одном клубе. Друзья, да это просто охренеть можно. Давайте на сразу.
общем, друзья, сегодня плохая погода. И я не иду никуда. Лютой ночью, открыв единственную дверь, послушай шум дождя и точно! Да как мне слышно? Громче, бэки, 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 бэки. Все обойдется без паки. Для Виктора, для гитариста. Но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду вокруг милиции, я думаю о... Сейчас будет песня про лужение. Это песня для пожилых людей. Должна играться в очень молодежном ритме. Давайте. Если лучше не важно.
что ты пуста. Тебе далеко за 20, ты много и не свидал. Подумал, пора сдаваться, но все ты уже не жди. И ржаться уже нет максим.
И наш барабанщик, он большой поклонник черноморского вайба. Он сказал, посмотри, не важно, наш гитарист в тюрьме, наш барабанщик голоден, наш контрабасист вымышлен. Звукорежиссер пьян, но это все фигня. Давайте сыграем нормальный концерт. Нормальный, я сказал. Сказал Дилан барабанщик. И добавил. Давайте не будем еще бояться. И сыграем песню «Сосулечка». Немножко черноморского вайба вам в ленту. Спасибо.
Спасибо большое Алексею, спасибо большое Арсению, вообще всем ребятам большое спасибо, тем, которые нас поддержали сегодня, а это плюс-минус, нет, не минус, не плюс, а это просто Rosewood Bluegrass Band, вот. На минуточку. Одна грустная, три веселых и подобал.
Thank you.
артист. Тебе нужен был Yeah.
Thank you.
все выдержит. Хобот и компания, если что, прошу любить и жаловать. И находите нас там на просторах ВКонтакте. У нас есть там сообщество, да. Замутили, пожалуйста. Вот. А еще пластинки, майки, футболки, бейсболки. Все это отдается в ваши руки за народные русские деньги. Спасибо. Спасибо.